Я выбрала спорт, и, кстати, ее и только меня и не хотела брать, собственно. Она раньше называлась еще не спорт, а Олимп. Вот. Но когда я начала погружаться в текст более подробно, оказалось, что это не столько про спорт, сколько про допинг. Вот. Сколько про саму систему того, как, ну, в мире и в нашей стране этот спорт устроен. Мне просто было, ну, интересным и до сих пор интересно. Ну, в общем, просто моя жизнь, может быть, на какую-то часть связана со спортом во многом, поэтому мне эта тема близка. Я очень сильно ушла от своих первых представлений, и по большей части потому, что когда я выбрала, например, спорт и писала свою режиссерскую заявку, я писала ее, как бы я не расписывала, что я буду делать, потому что я еще пока не понимала, а просто писала, почему я выбрала тему спорт, собственно, в этом заключалась моя режиссерская заявка. Вот. Но когда я начала погружаться в текст, я поняла, что... И когда мы как бы были уже озвучены правила, которых мы придерживаемся. Это, например, использовать именно то. Моя режиссерская заявка была как бы... Там мне было много-много актеров, например, какая-то вообще такая, совершенно другая идея. А оказалось, что мы можем использовать, например, если у меня два героя написаны, Рапсод и Александр, то я могу использовать только их. И если это они мужского рода прописаны, то я должна делать только мужского, ну, то есть только мужчины могут это играть. И также я просто изначально вообще хотела делать про то, какое, ну, про спорт в нашей жизни, грубо говоря. А это текст. И он конкретно про допинг и про Олимпиаду. Вот, поэтому мне пришлось все переделать, в общем, изучить. Достаточно глубоко погрузиться в тему того, как вообще работает, как вообще в эту допинговую систему и так далее. В данном тексте я пыталась как бы, ну, помочь ребятам как бы этот текст расшифровать и понять. Ну, то есть, да, это как бы система, в общем-то, обычная, да, но мы пытались... Все прописывала, что в каждой реплике говорит каждый актер. С какой-то точки зрения, это подстраховывает, да, что есть как бы куратор, например, что есть как бы, что это не вся ответственность лежит на мне, а есть как бы еще режиссер, и все это какая-то такая. То есть, с одной стороны, наоборот, это удобно. С другой стороны, есть вот эти, про которые я уже говорила, рамки, которые иногда мешают, да, больше, чем помогают. Но вообще-то, наоборот, интересно. Это же какой-то прикольный опыт, что ты с кем-то это все делаешь, то есть есть какие-то другие там, и все равно, вот я смотрела там, некоторые истории ребят или что-то, я не воспринимаю это, как есть их куски, мои куски, что-то разные, то есть это смотришь это как на свое, то есть это все равно один спектакль, потому что я отношусь к этому не как к тому, что я делаю там 15-минутный кусок, а как к спектаклю в общем, вот. И интересно, конечно, как у нас получится сработать, и получится ли вообще вот эта цельная какая-то конструкция. Вот. Ну, вроде что-то пока вырисовывается. Вот. В общем, вот так вот. Ну, будет круто, если это сильно получится.